Винтовка пневматическое производство американской компании Crossman, модель Vantage. У Crossman также есть похожая модель под названием Vantage NP. Только та модификация оборудована уже газовой пружиной. А данная винтовка больше подходит для тех стрелков, которые предпочитают классические пружинно-поршневые модели с обычной витой пружиной. Винтовка имеет красивые деревянные ложи. Дерево коричневого цвета с красивой текстурой. Гладкое, но не глянцевое. На торце приклада имеется резиновый затыльник, который помогает более комфортно прицеливаться и также несколько смягчает отдачу. Винтовка калибра 4,5 мм, имеет стальной нарезной ствол. На мушке имеется зеленая фибер-оптическая вставка. И такие же вставки имеются и на целике, только красного цвета. Они нужны для того, чтобы было удобнее прицеливаться в условиях недостаточной освещенности. Целик имеет регулировку по горизонтали и по вертикали двумя микрометрическими дисками, поэтому при необходимости винтовку можно пристрелять. При стрельбе прямо из коробки точность достаточная для развлекательной стрельбы, например, при стрельбе по банкам, а для точной стрельбы по мишеням уже необходимо получше отрегулировать прицел. Кроме того, сверху ствольной коробки имеется фрезеровка типа ласточкин хвост, поэтому можно установить под этот тип крепления оптический или коллиматорный прицел. Взвод винтовки производится относительно легко, это потому что на российский рынок винтовка поставляется с мощностью, точнее с дульной энергией до 7,5 джоулей. После взвода вставляем ствол, пулю калибр 4,5 мм и возвращаем также легко ствол в исходное состояние. В принципе, в комплекте с винтовкой может поставляться оригинальная пружина, поэтому установив более тугую родную пружину, можно получить мощность, которая близко уже к дульной энергии, которая обозначена производителем. Как и многие винтовки Crossman, данная модель оборудована рычажным неавтоматическим предохранителем. Если рычажок располагается близко к спусковому крючку, то спуск будет заблокирован. Перед выстрелом, соответственно, двигаем рычажок вперед, тем самым снимаем винтовку с предохранителя. И дальше нажимаем на спуск для выстрела. Присутствует легкая отдача, которая практически при стрельбе не ощущается, то есть не влияет на точность стрельбы.